Всем привет, с вами, как всегда, Тофик Дипсайз. Мы сейчас находимся уже в Киеве, в гостинице. Извиняюсь, то, что не заснял, как мы сюда добрались, потому что мы как-то собирались очень сильно в спешке, не успевали, вот, бежали на вокзал. Короче, вот, кто не знает, что мы здесь делаем, вот, объясню. 21 числа мы приезжаем, то есть мы уже приехали, вот, и собираем, как говорится, сходку ютуберов. 22 числа день рождения у Мараса Шакура, а 23 числа будет сходка подписчиков, вот. Эх, как говорится, очень много дел и надо действовать, так что поехали. Мини-обзор студии СНК Мараса. У него, знаете, так все очень комфортно сделано. Всем здорово, бандиты. Встретился с братиком, соскучился, пиздец. Квартире, да, по хастам скучаем. Да. Вжился в роль, да. Стал лидером. А ты прикинь, сейчас стрим запустить такой, сидит Макс. Так ты посмотри на это. Короче, делаем подгон гантели, чтобы он начинал снимать влоги тоже. Это сильно. Так что гантеля сейчас будет тестить камеру и начинать тоже видеосъемку. Сейчас, короче, удалим Марасу канал. Вот это прэнк будет. Сейчас. Зайдем на ютубчик. Короче, я уже наблюдаю за процессом минут 20, как Марас Шакур всех выигрывает в Mortal Kombat. Вот, но я еще не играл, как бы. Сейчас папка покажет скиллуху. Короче, потею, пробую выиграть Мараса, потому что еще ни у кого это не получалось сделать. Подожди. Да. Ёб твою мать! Твою направо! Финиш ким! Сильно, ну, блядь, сильно. Я заходил последний раз в Mortal Kombat 3 месяца назад, но я сыграл очень достойно. Да, если... Идет подготовка к стриму. Мараз прописывает теги, гантеля ум подсказывает. Максику все в телефоне, что ж трошки... Я сейчас фоточку в инстаграмчик залью. Ибо, вообще круто. Рыбки тупо топчик. Закончили настраивать стрим, и через одну минуту он начинается. Вот. Нажимай, вот готово. Микрофончик поближе. Да, всем салют, пацаны. Что, как дела? Рассказывайте. Давайте, ставим лайки. Челленджа от меня, конечно, не будет, я не шарю. Ну, пацаны, Марас вводит пароль, но у него такой пароль, что сложный. Я не запомню. Так, сейчас запишу на видео, чтобы потом... Да, ты что? Сейчас взломаю. О, последняя попытка. Да, бля. Все, серый клосс за коннекшн. Все, взломали. Наигрались. Видишь, малой. У. Тебя кто за компик вообще пустил? Да я тут сижу, играю. Давай. А что ты с камерой сидишь? Да, я с компика, давай. Может, Максим, за хлебом. Да я хочу поиграть. Максим, за хлебом. Малое время вышло. Да я ж хотел поиграть, Максик. Следующий. Что за такое? Фу, пацаны меня заменили уже, а то я немножко устал уже, вот, слава богу, короче. Поспал 2 часа, вышли с гантелей Максиком, встретили Андрюху, Лорда и Милки. Все круто. Что, мужики, как добрались? What's up, bro? Нормально добрались. На чем, на бибикаре? Нет, на поезде. А. На Интерсити, понял? Ну, короче, сильно добрались, вот. Собираем дальше нашу банду, команду, вот, и... Это Тофик Дипсайз. Вольф РП. Мать Яша также на Вольф РП. Лорд Андрей. На Марс РП. Милки. Картофан, братик. Серийкий по КРМПшке, как бы, и тоже Аризонка. Пиздикс. Ну и Владик Антеля, как бы, тоже Аризонка. Встретили также еще одного ютубера, Стивена. Я думаю, вы его помните с прошлого раза. Вот. Да, я там был. Ты уже заселился заранее тоже? Не, я завтра заселяюсь. А, ты завтра. А ты сейчас у друга, получается, проживаешь? Да, у друга. Но сегодня не буду уже убегать с этого всего. Да. Да, то он в прошлый раз с нами не захотел чилить. В наш состав есть пополнение. Стас, СК Мейсон. Всем привет. Тихо. Папка Аризоны. Сэм, ты ходил в душ? Нет. Макс. Я ходил в душ. Все, братва отправляется кушать, этот, употреблять допинг. Максик, а куда? Тренироваться. Да. Подписка на канал Максика. Да, на Максика подпишитесь, пацаны, пожалуйста. В натуре вы шорете, подпишитесь. Выпили пивчика, настроение так сразу. Вау! Вот, правда, я не снимал, как бы, вот, за столом. Не знаю почему, вот. Наверное, некрасиво. Вы все, кубика братика встретили, нашего подписчика. Вот. Блядь, мобильный телефон разъебал. Да, не сфотографируется. Бывает, да. Тебе вертеч лавэ должен. Привет. Короче, вертеч должен 20-ку ебать. Лорду должен. Павлов должен 10-ку. Пацики, отдайте папки, заебать. Павлов, 10-ку, братику лорду. Плюс вертеч. 20-ку. Подожди, так вертеч тут. Назову ролик, отобрали у ютубера 20 тысяч рублей. Шо? Марас на капчик едет. А
Наши друзья решили покататься на картингах, а мы со Стасом и Стивеном решили остаться и посидеть. Мы это проходили уже в прошлый раз, вот. Так что мы отдыхаем. Максик, братик, победитель, выиграл всех. Брат, как оно одержать первое место? Кто все реванш хочет? Кто, Марас? Да. Ну, Марас всегда хочет реванш. Встретили Ярыка, блядь, Брулев Плей, короче. Здрасте, здрасте. Вот. Понемножку уже с братвой разбиваемся, уже так... Уже разбились там. Уже понял. Саня уже давно разбился. Уже лайк надо ставить, пацаны, 100%. Буквально еще часик, пацаны, мы начинаем в отеле нормально орать. Да, да, ебать, отель нахуй сожжем, как лысому ебать хату. У нас есть гранаты, да, братья? Короче, чилим, все круто. Антеля, мы вообще отдыхаем, как, нормально? Это страшно нахуй. Это только, блядь, мы еще даже отдыхать не начинали, блядь. Мы только просто разминаемся, мы знакомимся. Да! Да. Усё, мой брат Андрюха, Намальск РП, ебать. Намальск РП. Блин, Марасик, братик, домой уже идёт. Ай, Джокер приехал, я это не заметил. Сейчас, в смысле, блядь? Подержи, подержи. Что упало у студента на пол? Упало на газету, ебать. Братик. Короче, вау, пацаны, приехал Light Joker, я вообще в шоке, дай брат руку, вообще топчик, пацаны, Милки с КРМП, тупо сериалка приехала, Миша вообще, новая серия по КРМПшке приехала, бля, Миша топчик, надо сфоткаться с ним, я у всего, пацаны, с девчонкой познакомился, ты меня кахаешь или нет? Короче, нихуя мне не светит, ебать. Иду к пацанам. Мой тебе совет, реально. Грант РП, блядь. Эвольф, типа, ну это самое. Эвольф РП, хэштег DeepSize, пацаны, 400 тысяч. Да. Аризона РП Туксон, промокод хэштег лайт на 6 уровне. Аризона Пенис. Вау, встретился с ютуберами, пацаны, аж шляпу снял. Смотрите, пацаны, это тупо пердейдж. Я вообще в шоке, блядь, вертейдж. Это Тофик Дипсайз. А, ты прикинь, Брулев с Луи Виттоном. Стас, папка Аризоны в трусах ходит по отелю. Ну ничего, нормально. Чувствует себя великолепно. Я не ебу, почему я здесь. Я должен спать дома. Но походу я буду спать тут. Меня выгнали. Все нормально, Ярик меня принял. А Лайк Джокер, ты спишь на улице походу. Алло, да, девки. Да, малая, слушай, сегодня не приходи к нам с Брулевым, потому что мы будем отдыхать. Доброе утро. Доброе утро, мы уже все, вот как видите, собрались. Утро доброе. Да, Санечек, сейчас на сходку едем, да? Да, две машинки заказываем. Ай-яй-яй, все опасно. Валик тоже проснулся уже. Привет. Как ты, голова, брат? Нет, все в порядке, ничего не болит, хочется только сериальчик какой-то. Да, да. Чувствуем себя великолепно. А, нет, это Супермен. Сантья Сало. Как ты выспался? Ну, конечно. Ну все, готов, сейчас кубики будут. Радоваться. Машинка подъехала, мы уже летим. Здесь там менты есть, чтобы если что. Там ты посмотри, они бегут. Он не заканчивается. Смотрите, победите, сколько их, посмотри. Нам жопа. Fucking tech, fuck a bouncer. First name Benjamin, last name Counter. Bitch, when you see me, call me Mr. Benjamin Counter. First name Benjamin. Ну что, братва уже нас встретила. Салютуем, короче, всем нашим. Спасибо за то, что пришли, ребята. Это только начало, дальше будет лучше. Так, мы сейчас будем со всеми фотографироваться, общаться. Вот, хочу показать маленький подарок, ребята. А ну, покажите. Смотрите, меня нарисовали руками, карандашом. Очень приятно. Спасибо, кто подарил. Там сзади написано, я обязательно это посмотрю. Здорово! Это пизда! Мы собрали очень много народа, очень много. Тут... На паузу поставишь, пересчитаешь. Раз, два, три, четыре.
Ебать, плакат! Ебать! Плакат! А я там есть? Бля, меня... Не, я есть, я есть! Я наконец-то дошел до плаката. Вы просто посмотрите, как круто. Надо как-то аккуратно. Ну, а давай сейчас... Блядь! Ну, по себе ничего попал. Так, давай мы еще сердечко добавим вот так вот. Чуть-чуть. Расписываюсь пацанам на каких-то... Что это такое? Это ученический. А, мы расписываемся просто везде. Хорошо, что не на жопе, как в Москве. Можно на руке? Татухи делаю бесплатно. Тату-мейкер. Минутка и готово. Если вы не знаете, какой промокод вводить, мы вам сейчас подскажем. Мы нашу всю братву лесную ведем куда-то далеко. Там Марас, ебать, Шакур, генерал, кричит нахуй на всех, всех зовет. Кстати, Тофик, мы этот квадратный бандит. Что кубик там, ебать, братик? Да, вообще квадраты тащим. Антисотку в груван. Мы сейчас все вот тут строимся, как на кафлик, и будем делать совместную фотографию. Привет, можешь передать? Всем привет, ребята. Братва уже вся сидит, задает там вопросы. Мы на сцене, на них отвечаем. Блин, мы собрали больше 200 человек. Это, ну блин, в Москве, походу, чуть-чуть меньше было. Но все же, это наша родная столица. И мы рады всех видеть здесь. Спасибо большое, кто пришел. Надеюсь, вы все поставите лайки, напишите комментарий. Шо, пацаны, вам понравилось все? Все, сходка закончилась. Мафака! Подошли к тому месту, откуда мы начинали все это. Со всеми сфотографировались, пообщались, порасписывались, остались все довольны. И это круто. Вот, на этом все. Всем спасибо большое за сходку, за то, что вы посмотрели данный видеоролик до конца. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте поставить лайк. Что ты, лайк поставишь? Лайк, блядь. А ты лайк поставь? Подписывайтесь на канал, блядь, а то приедет, блядь, Тофик к вам в город, блядь. Комменты пишите, это самое главное. Подписывайтесь на Тофика. Да, подписываемся, пацаны. Ссылка на сервер в описании. Да, хэштег DeepSize. Все, всем спасибо, всем пока, удачи.